Бразильянки Агата Беднарчук и Эдуарда Лисбоа одержали победу в финале мирового тура по пляжному волейболу, который завершился в немецком Гамбурге. В воскресенье в решающем матче бразильский дуэт переиграл чешскую пару Барбара Херманова и Маркета Слукова 21-15, 21-19. В матче за третье место австралийки Мария Фаартачо и Талика Кленси со счетом 21-15, 19-21, 15-8 взяли верх над бразильской парой Марии Антонелли, Каролина Сольберг-Сальгадо.